открыли целый ряд новых учреждений. «Краса и гордость», образовательный центр «Созвездие» для детей с особенностями развития. Впервые внедрена система, когда дети с инвалидностью получают профессию в этих же стенах и выходят подготовленными к жизни. 1 сентября мы открыли начальную школу в Изумрудных холмах. Замечательный объект совершенно, детям очень нравится. Новое здание в Путилково, 114 мест. Это новое здание существующего детского сада номер 17. Мы готовим к открытию сейчас еще один ВОК, воспитательно-образовательный комплекс в Путилково. Это большая школа, современная, замечательная, на 1100 мест. И новый детский садик на 150 мест. При поддержке губернатора мы выкупили из частной собственности детский сад в Павшинской пойме. В результате этого решения мы получаем дополнительно 240 детсадовских мест. В этом году мы должны сдать детский сад в Опалихе. И запланировано строительство в 2020-2021 году еще 8 детских садов. Мы должны начать строительство пристройки к школе номер 15 в Чернево. Школа на улице Молодежная в Нахабино. Новое здание лицея номер 1 на улице Саперов в Нахабино, потому что именно в этих территориях, в школах существуют вторые смены до сих пор. Очень много говорили про строительство школы в Опалихе О3. Мы провели корректировку проекта, получили госэкспертизу. В этом году должны приступить к строительству. В 2021 году школа должна принять учеников.